Всем удачи, выучитесь. Вам еще придется много работать, потому что теория, она есть теория. Практика вас столкнет с многими вещами, когда вы будете биться лбом в дверь, она тяжело открывается. Но терпите, видите, я терпел, вот вы говорите о том, что там чего-то, где-то, как-то. Ну, я не знаю, в всяком случае, в истории ЦСКА, я надеюсь, когда-то болельщики придут и положат цветы. Вспомнят, что был период команды лейтенантов, кому мы сейчас ходим на могилу и поминаем их, а был период Гинера. Так что вот я желаю вам всем, чтобы вы вписали в историю свои имена, потому что история ЦСКА – это не история Гинера. Это история Бабаева, история Зарубяна, история всех тех людей, которые работают. Меня просто больше видно, потому что я руководитель, а делают, поверьте мне, все они. Мне дедушка говорил, главное найти работу другому, а тебя она всегда найдет. Спасибо. Давайте, он еще фотографию сделал, он еще фотографию, так просто не уйдет сегодня.